Любаша, у нас есть что-нибудь покушать? Макароны? У нас есть покушать! Что вообще у нас может быть покушать? Я не могу это как слушать. Мы вообще живем? Ни дачи, ни денег, ни машины, ничего нет. А у соседа все. Все там, все. И дом, и полная чаша, и евроремонт. Ну как ты можешь? У нашего соседа 4 класса образования, а у меня есть за плечами МГУ. МГУ! И что? Неужели ты не гордишься тем, что твой муж ученый, что я занимаюсь интереснейшим делом, человеческими генами? Плевать я хотела на твои гены! Фу, фу, фу! А вот это вот напрасно. Напрасно вот на гены плевать не стоит. Тем более на мои. Ты же прекрасно знаешь, что мой дед был ученый, мой отец был ученый, я ученый. И можешь быть спокойно, наш сын Петя тоже будет ученый. Отцовские гены есть отцовские гены. Вот так вот. Отцовские гены, говоришь? Ну, тогда я за нашего Петечку спокойно. Будет у него и дом, и полная чаша, и евроремонт, и квартира с машиной. Ты что-то сказал? А? Ты сейчас сказал что-то? Нет, ничего не сказал. Иди жрать макароны, отец. Макароны. 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 Макароны.